Итак, всем привет. Так, ну да, пока что почему-то онлайна нету, да. Так, Легион, Арсен, привет. Ранет, привет. 13 неправильно прочитал. Будем ожидать пока что активчика. Пока он набирается. Что он сегодня... Не знаю, либо сегодня каникулы, сегодня уже пошли все отдыхать. Да, у Окомпот с коронавирусом, здорово. Так. Опа. Кстати, смотрите, у меня справа есть... Я не помню, как это мод... Keystrokes. Прям так. Хотя на VimeWorld нельзя скачивать моды. Там прикол. Сегодня будете видеть, как я кпсю. А, меня музыка вообще не слышно. А, я его вообще вырубил. Окей. Давайте я... Ну, вот так пусть будет. И тут немножко прибавлю. Вот, все, нормально. Нормально. Ну, если что, у меня покрасивее вот это выглядит, чем вот тут. Тут какая-то черная фигня. Так что у меня тут красивее, если что. Но я хотя бы вот так постарался сделать. Так, сойду-ка я 76 лобби. О, привет, фейк Агеры. Привет. Ну как, я почти. Вот, завтра должен выйти ролик с Агерой. Где совместка с Агерой? Завтра выйдет ролик, если мне дизайнер не содержит превьюшку. Я говорил, я выпущу в канун Хеллоу. Либо с 31 по 1 должен выйти ролик с Агерой. Сразу еще раз предупреждаю. Сегодня будем раз носить. У меня вот штука вот эта справа, приятнее играть. О, у меня 11 получилось. Ля, 11 кпс на сервере, где минимум... Это, максималка десятка. Понимаю. Давайте попробую 15 сделать. Тут. Ля, я не могу. Тут 12 получается. Так, раз. А Бондик, привет. Ля, это сложно. Ладно. Опки, пошлите. Сейчас. А, я просто тут на максималку, мне кажется, звуки выключил. Просто рассосим. Так. А, у меня просто тупо звуков тут нет. Сейчас да. Исправим это. И пакеты ресурс паков быстренько сделаем вот так. Ты сейчас вернем, чтобы звуки появились у меня. Во! Звуки появляются. Все, теперь круто. Но тут что-то без звуков. Неудобно играть. Так, музыка и звуки. Если что, заходите в 76 лобби, я всех добавлю в пати. Кстати, кто нас мне плюс в чат? Интересно. Так. Так, конечно, меня вот это бесит, то, что тут вот это, блин, сейчас секундочку, я донат. Вот эта штука черная, вот эта, когда она у меня, может сказать, прозрачная и вся переливается очень красиво, а тут она вот так вот. Так, сейчас. Конечно, может быть, я что-нибудь сделаю. Ладно. Сейчас так. Девять лайков. Еще один и будет десяточка. Круто. Так, либо у меня сейчас чат завис, либо мне кажется. Подождите. Просто у меня такое бывало, что у меня чат завис. Нет-нет. И чё ты там махаешь? Подойди ты ко мне. Так, привет, можно реакцию на смешные моменты в Майнкрафт? У меня на канале свежий перевод с зарубежного ютуба. Ну, сейчас сюда. Так, поем-ка я яблок. Так, ладно, попробую с обычным кликом, хотя более-менее. Так, я без яблока вообще как бы тут... Да? Типа нормально мне? Так, сейчас... Ну, давай попробуем, что ли, посмотрю. Так, вкратце хотя бы. Пау. Пау. Так. Я съем еще одно яблоко. Хеллоу, как дела? Да, нормально. Десять кпс нормально, так-то. Но я все набираю, тут 10 кпс, так вообще найдем. Ресурс-пак есть? Конечно. Все, я начинаю сливать, потому что слежу за чатиком. Когда я слежу за чатиком, я начинаю сливать. Мне сложно следить за всем. Ладно, давайте лакиварс пока что. Как там меня нормально слышно на фоне музыки? Не громко? Или громкая музыка? Или не громкая музыка? Поставьте лайк, давайте вот набьем 10 лайков. Блин, жаль тут не на лайк от меня. Большое спасибо. А меч? Вот меч. Ага. Это вообще... Пошли отсюда. Пошел отсюда. Разбийник. Просто вот недавно вот эту штуку установил справа. Теперь я играю и слежу за ней. О, сейчас буду гореть еще. Долго. Так, 90 сейчас. Все, надо пройти вкус. Ля-ля-ля-ля, что такое больно? Успокойся, братик. Братик, успокойся, пожалуйста. А я сгорел. Бывает. Так, сейчас, все, давай быстренько проверим, посмотрим. Так, копируем ссылочку, ютубчик открываем. Не, ну у меня что-то вроде бы тихо играет. Может мне задавить? Посмотришь сериал завтра? А я там есть или вы переснимали? Всем привет, здорово. Версаица. Как хочешь, это твой выбор, я не заставляю тебя, сразу говорю. Так, давай посмотрим, удачные моменты в Minecraft переводе. Тогда быстренько посмотрим по тегам. Я быстренько проверю все по тегам. Может быть, тебя... Ну смотри, у тебя тут отключены комментарии. Описание очень маленькое, это плохо. И тегов нету. Просто из-за этого тебя не может быть и плохо находить. Нет лайков. Ну, нормально. Перестали, к сожалению. Все. Фигели. А меня не грузит ролик. О май гад! Происходит. Я умру. Я точно умру. Точно умру. Конечно, было прикольно, если бы это переводили бы. Большое спасибо за донат. И деньги, Лебовский, где? Ну, лол, как обычно. Ну, хорошо, как сейчас. Обычно. Хорошо, спасибо, Арсен. И Арсен Легион тоже спасибо за донат. Так, сейчас. 35 секунд. Ну, в следующий раз попробую перевести голосом. Будет, мне кажется, поприкольнее. Я сейчас отрывками посмотрю. Ну тут, да, смешные моменты про Майнкрафт нарезки. Бух. Попробуй делать вырезки, если ты не хочешь голосом озвучивать. На русском, ну, русских это. Скоро надо будет гонус задонить. Русских ютуберов сделай нарезки. Так будет, мне кажется, легче, если у тебя русскоязычный канал. А потом, когда у тебя, ну, голос формулируется уже и будет лучше, то ты можешь уже переводить, получается, и делать еще ролики с зарубежными ютуберами по Майнкрафту. И, ну, ты понял меня, думаю. Так, все, давай. Сейчас бы на хайпу... Я, может быть, сейчас бы на хайпу пошел, но сейчас я Discord запускаю. Так, ага. Меня слышно нормально. Регион Арсен, чё, где кого? Видеостримы, оповещения, круто. Пришло оповещение. Регион Арсен, тебе звоню. О, так, можешь им сказать? Алло. У меня грудь сейчас. Ай, момент. Алло. Привет. Алло, здравствуйте. Алло. Привет. Привет, привет. Так. Делаем, короче. Так вот. Теперь мы... Так вот. Я немножко убавлю, сюда тут прибавлю. Все. О, кого-то слышу. Ты на сейчас на моем стриме? Ты на сейчас на моем стриме? Да. Вылечи стрим, ты же меня так слышишь. Смысл? Я хотя бы звук убери, я просто себя слышу. Спасибо. Так, прямые трансляции, количество... Все, я все сделал. Может, там мне можно на серваке холли стать? Как вам идея? Кстати, а как ты добавил КПС-мод? Я, короче, знаешь, что сделал? Я просто специальную программу скачал. Запустил VimeWorld, запустил... Ну, типа как отдельное окно. Окно отдельное. Но она похожа прям на мод. Его можно перемещать, конечно, вот я могу себя перемещать. Но она выглядит как мод прям вообще реально. Круто. Можешь скинуть? Да, дай потом. Вот под конец. Так, все, давай, заходи в 6-й лобби пока что. Так, вот у меня вот интересно, кто был с лайками? У меня вот 11, 12, 11, 12. Я вот тут показываю. Это лайки. Вот с лайками. А где ты стоишь? Сейчас немножко вперед пройдусь. Сейчас знаю. Вот, я вот. Алло, прям. И все голову нашел, и все картины нашел. Ты все нашел? Что? А, это новая карта. Вот видишь, новая карта. Ну да, я вижу. Ты всех головы нашел, чтобы получить коины и картины, секретную миссию? Нет, не нашел. А чё так? Потому что я вообще про это не знал. А я с этого получила больше 60 косарей коинов. И я вообще в золоте. 85 тысяч теперь у меня коинов. Еще паркур прошел, паркуры. Так что... Нихера. А можешь показать? Ну если я все помню, давай я вот тебе голову помогу найти тогда. Вот смотри, иди сюда, иди на центр. Включай это, станинг. Я тебя буду васить. Окей. Включил. Вас... Так, что я же включила. Так, пошли. Так, где-то тут самое начало должно быть тоже. Вроде бы. Так, ну есть справа. Вот. Нажимай. Голова ведьма. Правой кнопкой. Правой кнопкой. Ой. По ней. Но ты можешь не слетать. Так, сразу давай. Просто нажимай. Все. Все? Так, где-то тут еще должны быть, это точно. Вот если я бы летал, было бы вообще бы в масле. Всё. Было бы и нормально. Ой. По маслу, как сказать. То есть за картину дают 30 тысяч коинов. Вот, картина, нажимай. Да. Блин, кость холик, может я полетаю? Я не могу ходить, и меня уж бесится это. Так. Так, ну тут голов нету. Я знаю, где головы, но я просто сейчас... Блин, у меня опять завис. Бывает. Так, ну пошли что ли. Вот, а у меня 4, все, у меня уже скоро эндерперл. Почему так лагает? Весна. Чем был? А, вижу. Я видел там. Все нажал. У тебя есть эндерперлы? Да, есть. Ой, ты да, а то я так не так много уж потратил. Слезай. Слезай и будешь со мной лететь. Бери и лети со мной, вот в тот котел. Вот сюда. И на shift нажимай, если что. Ну конечно, я упал. Я это видел. Бух. Давай, если что, тут что? Кстати, а где все люди? Был же активчик. О, все, понимаю, люди, все. До свидули, просто. В котел убежит. А, он вижу тебя. Вот. Я чуть опять не упал. Ты можешь нажимать, если что, на shift. Вот кидаешь и shift, опа. И потом еще раз кидаешь. Я понял. Ты упал? Так. О. Кидай. Вернись вот сюда ко мне. Вот сюда, да. Кидай. И теперь shift нажимай и быстренько. Опа, все. А я. Привет, Артемлиц. Вот нажимаешь. Теперь. Теперь. Пошли со мной. Вот так вот. И потом еще раз. Вот так вот за мной. И вот, короче, вот сюда. Вот сюда. Видишь, где я? Вот, на тыковке. Только на которой на верхней тыковке. Летучая мышь и тыковка. Только она... А ты... Так. Ты включал клепку? Конечно. Там за 200 рублей вебка, которая сейчас. Летучая мышь и тыква. Когда-то начали 200 рублей. Ну, раньше она вообще 100 стоила, а сейчас я не хочу так. О, Фастик, вижу. Короче, Если что, посмотри видосики. Видосики уже выпустили. А, он увидел, она высоко. И вот тебя вот накрыли. Да. Еще, привет. Вот, вот туда иди. Ой-ой-ой, подожди, не вниз, не вниз, не вниз, не вниз. На крыло летучей мыши, вот сюда. Оцени мой канал, пожалуйста, и привет, мистер Илья. Так я же тебя уже оценил, я помню твой канал, я тебя оценил. Да, наверху крыла. Ты куда спустился? Вот, вот сюда. Вот сюда, вот. Вот, где я стою, вот тут это. Да. Мистер Илья, я уже тебя уже оценил. Все нажал. Короче, потом посмотри видосик Расингана или еще кого-то, и все, и увидишь. А то мы что-то тут стоим, что-то думаем, пошлите лучше SkyWars соло. 1.8. Ну, короче. Ну, взаимка запрещена. Соло. Как интересно, Илья. Так, все. А ты видел новые... Ты залагал, можешь повторить, пожалуйста? Новый видеоролик у Агера. Какой там у него? Ты видел новый ролик у Агера? Нет. А что там было? А что там было? Нет, не видел. А что там было? А что там было? Он сравнил две версии 1.16 и 1.8. 1.16 сравнивание и 1.8. И что, и что, и что, и 1.8. Что? Ты видел? Нет. А что? Пшеница, привет. Ну, теперь он играет на 1.16. Можешь сказать. А, вот сундуки, ну тут уже без сундука. Ничего нету. А чё я воду-то оставил? Ё-моё. Я воду забыл. Понимаю. А, понимаю, там на центре фола маска. Да. Я, который в железке. А как ты на стрим кидаешь, Мосон? Да, я просто... А, это ты там. Я просто открываю, короче, программу, например, Twitch DJ, или можно также ВК обычные, и все. И включаю музыку. Ее у себя убавляю, добавляю в OBS, типа, захват выходного аудиопотока. Добавляю, или просто тут будет это. Я включаю музыку сюда, и все. Или, например, тут будет устройство воспроизведения. Господи, я не русский. Всё. Русский. Так, надо морковочку поесть. Так, вы самый... Короче, давай, иди растаскивай, я влетаю. Вау, иди! А откуда тебе такая алмазка-то, алё? Иди. Ну, не... Иди, а ты... Я на острых была она. Тут нельзя, Тим, так что я тебя буду бить. Ты сколько лет? Мне 9, мне 13, скоро 14. Пошли его убьем. А. Он упал. Я тебя убью. У меня здание. Пожалуйста. Я хочу... Ну, подожди. Можешь? Это... Встать в стенку. Я хочу просто постарать КПС. Не, подожди, не. Одень броньку. Я хочу КПС. И вот... Броньку одень. Пожалуйста, я попросил. Броньку одень. У меня один. А, броньку. Окей, сейчас. А ты набрал столик подписчиков, не 100 магии. Сейчас буду кпсить. Можно потом ем. Немножко подойду. Вот так вот. Let's go. Так, раз. Настрой. Угу. Ты платные подписки включил, нет? И мне добавлено 1200 коинов, что сюда. И может там вам ас? Не знаю даже. Так, я, да, я выполнил задание какое-то. Кстати, если в следующей катке мы отнесем. Кстати, где еще голову можно найти? Короче, смотри, включи Расингана потом, и все, и посмотри. Набери Расинган и самое его последнее, короче, видео. Что? Включишь видео просто и посмотришь, хорошо? Хорошо. Я через 2 дня стрим, понятно. Значит, я застрял в текстурках. Так, пошлите Лаки Варс, что ли? 14 лайков. Нормально. Гон спонсор будет. Но если мне YouTube такую привилегию даст, то я его, наверное, поставлю. Потому что... Пропиарь, пожалуйста. Спасибо большое за пиарчик. Ля. Ой, подожди. А о чем мне это? Серьезно? Понял. У меня уже... Нифига, у меня хороший сет уже. Из железки. Бля. У нас уже газ на карте. Теперь вопрос. Видео или как? Видео или где? Попиарить. Сразу вопрос, Пшеница. Если что, вебку мне не лень включать. Ну как? А мне лень, конечно, но если надо, то надо. Во-во-во-во. КПСить надо. КПСить. Канал я имею на стриме или в видосике. Почему ты у меня попадаешь? Ой, капец, ты у меня попадаешь. Не знаю, если честно, странно. А раньше такого не было, правильно? Угу. Ну, было, конечно, но не так часто, как сейчас. Хотел? Блять, бил фаерболами, стреляет. О, господи, Челикс просто. Видео. Хорошо, без проблем. Можешь, пожалуйста, зайти в Discord. Вот мне, у тебя, ну ты же, если ты ютубер, у тебя должен быть Discord. Можешь зайти, пожалуйста, в мою группу Discord. И там, ну, самый главный, Дигон, короче, будет написано. Можешь, пожалуйста, мне скинуть туда ссылку на твой канал? Или и так можешь найти легко. Ой-ой-ой, сейчас... Фейл бога будет. Спасибо Эндерпрел, то что он есть. Блять. Ну ебан, ну что за уебаны? Меньше, пожалуйста. Ой-ой, кто там на центре? А, там какой-то Челик. Ладно. Сейчас будет мега трюк от Дигона. Пу! Салам алейкум. А, типа ты ходишь, ты сказать, ты не умираешь вообще. Не умиратель. Как ты живешь, Челик? А, ну кстати, типа у меня 11 кпс. Я 11 кпс могу делать стабильно. Это хорошо. О, меня взорвали. А, ну визер. Понимаю. Так. С помощью визера причем. Ну да. Так, все умерли? Или нет? А, да. Так, давай Фастик, куда идем? Скажи, потом ты скажешь, куда идем. Так, Фастик, говори, куда идем. Так, Пшеница. Можно потом я скажу? Ну, конечно, после это после Фастика. Сейчас я, короче, Пшеницу твой канал найду. Пшеница. Фильтры. Каналы. Вообще, лучше, если пиар будет рекламу сказать у меня через ВК, потому что я буду говорить интересные каналы. Хэппи Лайн, Эдисон и Жека. Понимаю, ностальгия началась теперь. Просто лучше, когда мне пиар заказывают через ВК, я могу предупредить, а то сразу донатом. Чух. Такой, салам алейкум. Сейчас, и быстренько я это скрою. Мне предлагают поиграть. Fortnite. Но я сейчас офлайн. Так, ас. Играешь Brawl Stars? Нет. Не, я... Куда? Ас? Что это? Что это за ас? Я знаю, что Among Us, но... То, что сейчас в Майнкрафте. Я еще подарочек и 53 коина бесплатных нашел, понимаю. Круто, у меня тут залагало все. У меня нормально идет все, у меня пока тут все хорошо. И тут... Кстати, в Among Us сделали нормальный античит. Ну хорошо. Я не понимаю, как оценивается КПС? Это КПС у меня показывается слева в сколько секунд? В секунды 2 или в секунду? Мне кажется, в секунду КПС это. Ну да, там в секунду вроде. Значит, если я буду сейчас... Оля, у меня тут 14 дошло сейчас. Я не понимаю. Сейчас такой... А я с помощью... Кстати, если подключить две мышки... Я могу делать 10 кпс стабильно. Я тоже могу, сейчас 12 сделал. А Агера вообще... Агера вообще 12. Нормально. А я 14. Такой, ладно. Ладно, Фастик что-то нам сказал. Ас, я ничего не понял. Просто попросил повторить. Запускаю The Bridge. Хотя не-не-не-не. Ладно, не успел. Ну ладно. И мы... Обожает. Челик вышел. Понимаю. Да уже все, может уходить. Я читер. Осуждаю это. Потому что ты читер. Давайте джамплику. А, наш чё. Кто там читер? Флэш. Оутубе. Ютубе. Оутубе, короче. Оутубе. Фрист. Так. Он опять зашел. А, нет. 4. Опять иди. Да чё не выходит, не понимаю. Игра ж не начнется, если не выйдут. Вроде бы. Ладно, давай соберешь последний раз, пожалуйста. Если у нас сейчас было бы 6 то окей. Я по ссылкам. Что? Мне интересно, что они выходят? Не, короче, идем в джамплигу, они выходят. Люди. А чё они все уходят? Я не знаю, и непонятные люди. Джамп-лига плюс моя любимая карта. Нельзя без щитов играть. Ну, я без щитов обхожусь. И бывает даже редко, но читера выношу. Даже в CSGO и в Майнкрафте. Сейчас мастер паркура, который мучился, прошел паркур сегодня раз 40 во всех мини-режимах этой игры. Пау-пау-пух. Беру все цены и нет цены, то что тут находится. Второй чекпоинт. Ой, я упал. У тебя есть Steam? Конечно, у меня есть Steam. Пау, сюда прыжок через это. Вообще. Я ненавижу Steam из-за того, что... окей. Да, прыжок сюда. Как интересно, я вообще в ПВП и паркуре. Я обожаю паркур. Ты слышишь, что я вообще нажимаю на... Сука, а? Я перелетаю. Бля. Бывает. Вилли вышел... Если я не долетаю, я перелетаю вообще. Гротап, у меня в ТикТоке 899 подписчиков. Но ТикТок и Ютуб — это такие разные вещи. В ТикТоке легче набрать подписчиков. Я вот помню. Ну да, потому что там расскажу. Да не то, что я вот расскажу даже историю сейчас. Я один раз по фану, когда мне было 10 лет, я не помню, может быть и меньше, или может быть больше, я точно не помню, записала видео в ТикТок про Рубик Кубик. Я просто тогда ржал, собрал кубик в итоге. Собрал кубик, типа, просто 2 на 2 обычный. Лайков добрала 2900 с чем-то. И подписчиков примерно под 500-ку. Я такой... Это с одного видео у меня. Ну, это изи. Yes. А это сила! Я ее потратил! Нет! Блин. А в ТикТок платит за 1 миллион подписчиков? Не знаю, наверное. Блин, я силку всрал. О, я убил. А, у меня каменный меч еще, понимаю. Как так я 2 раза упал? Фиг знает. Ну то что сказать, у тебя каменный меч, конечно. Дошел до 3-го уровня. Ой. Я вообще ничего не слышал. Ты в каком городе живешь? Это секретно. Не, конечно, некоторые знают, в каких я городах живу, особенно мои одноклассники, в которых я в одном городе живу. А так хз. Так, все, меч на урон, погнали, нафиг. А, Фастик, это я. Ты в Краснодаре был? Нет, ни раз не был там. Как интересно, у него острота. Один. Я вообще-то в 6-м месте, на меня это не похоже. А, понимаю, меня зажимают. Все подключено заново. Простите, у меня, не знаю, у меня в последнее время фигня какая-то вот с этим начинается. Почему меня сейчас 5 раз зажимают, Челик там? А он сейчас будет фармить киллы просто, да? Я вообще ничего не могу нанести нормального урона. Где вот урон вообще? Вот... Я в Луганске был. Круто. Я в Египте был. И в Тунисе был. Это, если что, Африка. Я не помню, как она называется. Да, Африка вроде бы. Я на 8-м месте. Ты о чем? Сейчас, если я его убью, это будет просто... Не, ну я его убью один, если вот 1 на 1 сейчас. Ты был в Луганске? Да я не был в этих городах в России. Я бывал в городах России только в Томске, Новосибирске и все. Да. Из городов России. Больше я нигде не бывал. Я бывал в Египте, в Тунисе, только в других странах. Смысл мне по России есть... Если там ничего интересного, понимаю. Если было бы встреча нубиков в Майнкрафте. Ладно, все. Так. Говори, куда идем? Куда идем? Говори. Говори, куда идем? Мобварс. это не Россия, Украина. Я не знаю. Ну, не знаю, да. Не был, я в Украине-то вообще не был ни разу еще. Храни, 4, 4, 4. Так, 3. Надо найти 3 на 4. Да, нету. А, потом. А, типа, есть 4 на 2, есть 4 на 4, есть 4 на 8. А вот 3 на 4 только один. Нету ни 3 на 8 и ничего такого. Окей, понял. Ну, пошлите тогда. Я помню, мы с Фастиком нашли один баг на VimeWorld. То, что можно бесконечно вверх подниматься с помощью стакинга. Так. Так, сейчас. 1 на 8. Нету. Помнишь Фастика или нет? Так, давайте... А, у нас... Если было бы хотя бы один человек, пошли бы в дуэльки бы. Ждите пока что один раз SkyWars, пока там играют люди. В БВ. Одну карточку. Так, сколько мне там надо осталось киллов сделать до выполненного задания? 3 килла и 10 раз еще просто сыграть. Пластик помнит. Рука устает кликать. Че, погнали делать этот же баг? 12, нормально так. Быстренько брутаемся. Запретили тим. Я. Па-па-па-па-па-пам-пам-пам. А, Челик построился, поднимаю уже. Идет на маску. Сейчас бы еще бы упасть. Вот эти, короче, наверное, эффекты уберу. А то я из-за них сейчас, мне кажется, упасть могу. Кто там на центре тусуется? Эй, салам алейкум. Офигенно, я чуть не упал. Как интересно. Сейчас бы мне везло на алмазку. Спасибо. А кто меня скинул? Пойди, меня вот тот челик скинул? А, нет. А кто это? Не понимаю, кто-то меня убили. Ладно. Ну тогда тащите, вы 2 на 2 играете. Можете считать. Так, что можно поделать? Подожди, а здесь тоже есть голубая зона? Я не знаю, нет вроде бы. Может, да. А может их уже, а может еще что-то. Ух, я думал, сейчас упаду. Как интересно. Ну, я посижу, что ли, пока... Делать. Подожди, а как я? Ага. Подожди. Фастик, ты остался? Где ты? Почему по мне так отчаянно кто-то пытается попасть? Фастик. Ты на каком мостре? Он где-то прячется. Ну я не знаю, может быть не прячется сейчас. А, ну да, он себя на острове. Я тоже себя на острове. Николся на острове. Нет, просто. Интересно, на каком именно ты острове? В чем проблема? Слабо. Переключение успешно. Я не понимаю, ребят, почему у меня такое случается. Но, возможно, есть одно разумное объяснение на все про все. Это, во-первых, И сорортера, и ролтера, который стоит у меня в гостиной. Это, то есть, за две комнаты, можно сказать, от меня. То есть, вот Фастик, моя... охерел, зачем ты меня скинул? Вот, получается, смотрите, моя комната идет, после чего идет, типа, например, туалет, ванная, потом коридорчики, потом только там стоит ролтер. И все. Но это, получается, ролтер дальше всего от меня стоит, получается. И я даже не знаю, как это описать можно. Может быть, из-за этого. Да, плюс еще, так как... Да, может, я скажу, пока говорю, да, ну алло. Я же попросил, говорил еще раньше, то что не перебивай, пожалуйста. Когда я рассказываю. И, может быть, еще есть одна причина та, то что вот сейчас там, я слышу, фен гудит просто на полную возле этого роутера, да, еще второе, то что телевизор тоже идет, а он именно от интернета, то есть специальный такой, так что, мне кажется, из-за этого у меня вылетает. Если я вот один дома, вот такого вообще никогда не помню, чтобы такого не было. Я понял только то, что один раз у меня была потеря соединения, ну то, чтобы два раза было, я такого никогда не видел. Влад, привет. Что, вы так и будете играть? Я не понимаю. А, нет, два выживших уже осталось. Фастик! Знаешь что? Ой, бля. Фастик, можно тебя спросить? Нафиг ты меня убил? Потому что Тима запрещен, тебя забанят просто. Ты понимаешь что тут? Ну, да. Ну-ка. А, у меня про это... Правая кнопка мыши и пропускает больше, чем левая. Понял прикол? Ой, плохо. Как дела? У меня нормально, а у тебя? Бля, у меня пальцы устали, если что, кликать. Да, я вот сейчас замечаю. У меня вот тут пропуск кадров. Ну, бывает, что сказать. Вот жаль то, что у нас сейчас трое. У меня тоже, ну понятно. Все, я уже не могу кликать, я делаю 5 кпс, потому что я их пальцем не чувствую. А не 7, а не 9. А не, нормально. Я хотел бы в опки пойти бы, но... У нас одного челика не хватает. Кто вот пойдет? Угон Mobwars. Да, кстати, если просто кликать, то набирается от 5 до 6 кликов в секунду. Не, не может быть один. Мне тут точно не один клик в секунду. Оказывается. Mobwars. Туда 67 человек. И вот сюда, на синюю команду подключаемся, нормуль. Почему вот след исчезает все время? Я вот тут купил след, вот сердечки вот теперь над головой у меня. Вот видишь, видишь сердечки. У меня 30 зы. А тут ограничение, вот смотри, как сделаю сейчас. Я сейчас буду кликать. Ты видишь? И она меня сбрасывается. Понимаешь? Тут ограничение в 10 кпс. У нас 30 кпс. Потом... VimeWorld. Так. Филка. Это VimeWorld? Привет. Я ничего не могу сказать другого. Это VimeWorld. А что я сказал? Это VimeWorld. Так, я им не запустил. Ломайся. Сценку сделаешь, могешь? Да, конечно, я могу сделать сценку, только сейчас пару сек, я приду. Что тебе надо? Здорово, привет. Привет. Фото. Ясно, то, что я микрофон не выключу. Я не понял. У меня блуди. Вот так и бывает все время, когда ко мне заходят родители в комнату, когда я прошу по-русски, не по-китайски, не заходить в комнату. И все. А, все. У меня тоже, ну красавчик. Она заходит в комнату родителей, меня это бесит. И все. Меня уже это так начинает бесить. И вот у нас 40 теперь. Мы сливаемся от обычных зомби из-за этого. То, что... а чё? Меньше или чё? Или мне кажется? Выжду вообще. Сейчас. Почему он спамит? Так много-то. Ну, спасибо. Я со всеми дружу, по принципе, так что... не знаю даже. Сейчас, секундочку. Так. Сейчас как-то я не включил мне микрофон. Это... А мы какая это... команда? Мы голубая? Мы синие. Так, Филка, сейчас. Отойдем. Не даете мне проносить ур. Вы можете даже сами это... Вот как вы так? Я не знаю. Нас либо меньше, либо я не понимаю, а, почему. Католику. Так, ну я твой канал нашел. Что сейчас? Оля, дополнительные деньги. Скорострел здесь. Скорострела. Скалоту убейте. Так, Филка, канал открывай твой. А, кстати, я оцениваю за лайк, забыл сказать. Пожалуйста, поставь лайк, я буду очень сильно рад. Так, ну я пока что канал уже открыл. Так, что-то знакомое. Вот что-то вот реально знакомое, что-то я припоминаю. Играешь на других серверах? На Хэппи игра еще. Ай-яй-яй, одно сердечко! Одно сердечко! То как вы пропускаете? Я не понимаю. А они красные, а мы синие, да? Да! Нам уже голос пропадает. Да. Поставили лайк. Мы проигрываем, мы проигрываем. Логично. Толиков не бьем, вот в чем проблема. Единственная волна, у меня еще какая-то палка. Не, все, я кликать уже, все, я не могу уже так нормально кликать, как раньше кликал. Можно с тобой снимать видео? Я стабильно 10 FPS держу. Нет, я совсем не снимаю ролики. Вот редко я вот бывает делаю ролики с подписчиками, например, хочу постараться в скором времени с игроком сделать. Вот, ролик с подписчиками. Ладно, так, ладно, мы сейчас со мной сольем. Так, все, давай я тебя зажму. 4 КП сделаю. Понимаю. Ну не, мы все проиграли сейчас. Где оценку? Ну сейчас я доиграю быстрее. Вот что вот этот челик делает? Кого он видит? Он бьет по воздуху. А чё мы Кика пропускаем самого главного злодея тут? Вот, и вот я понимаю, почему мы сливаем. Ты вот бежишь, вот эти челики не отталкиваются, но наоборот отталкиваются к нам, и ты его толкаешь наоборот к нам, поэтому и сливаем. Сейчас. Кики, 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 нет, 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 одумайся, кики, одумайся. Нет, одумайся, кики, одумайся, одумайся, а кики. Ты оружие покупаешь? Пойдем, кстати, а, ты по одному бьёшь. Сейчас кики дойдет. У меня вопросик. 16-я волна. Почему у тебя обычный меч? У меня уже золотой меч. Чё ты с палкой? Сейчас. А какой у тебя доход? Я могу прокачать. У меня 266. Ладно. Это сейчас я собил просто. Давай тогда и без демки, потому что я играю. Я могу тебе сейчас синий без демки. Вот. Но, а если хочешь с демкой, то только после этой катки. Вот, вот вы не покупаете мечи, поэтому мы сливаем. Вот и все. Разумное объяснение. Как ты умудрился установить Keystrokes? А я просто отдельно скачал ее и все. Я, смотри, я, короче, скачал отдельно ее и все. Запускаю Vime и потом запускаю... Купи меч! Ты, боже ты мой. Я в него нашел за пару ударов. Да у меня не хватает. Ладно, все. Вот, у меня доход 320. Ой, теперь у меня. А есть значение, если я начинаю кпсить? А не бью просто вот так над ним. Я думаю, есть все-таки. Передо мной пробежал Челик, я вкинул в него снежочек. Круто. Кину адовца и вот его, и вот его. Кика, Кика, бейте, пожалуйста, бейте, Кика. О, я уже на грани. Сейчас у меня уничтожат у меня одно сердечко. Тронус. Петрон. Филка. Если что, я могу оценить без демки, а если хочешь с демкой, то жди, окей? Больше ничего не могу сказать. А, окей. Он меня не начинает не набирает. Странно, а почему он не набирает? Я уже кликаю, правда не знаю как. У меня 7 кпс набирает только. Странно. А, не, я просто моменты пропускаю. Так что у меня 13 кликов набирается. Кпс, то есть. Кто меня там бьет еще сзади? А, мне автор-кликер скачая, у меня разрешены. Ага, да-да-да, я так тебе и поверил. Автор-кликеры запрещены везде, это я точно должен знать. Нет, она запрещена. Фастик! Вот тоже опять дубом, я не понимаю. Бежит Кик, и он его толкает. Иди в форуме спроси у любого императора. Ну ладно, спрошу. Опять, боже, Фастик, ты должен от портала пинать этого Кика, а не к порталу пинать. Вот, как ты вот с ними сейчас дерешься. Ой, у меня сил уже нет кликать, чтоб. Ой, там Киков куча. Киков так куча. Бей, давайте будем бить их. Расстрелов, которые нам будут мешать. В прыжке бьем. Ну и все равно поражение. Я даже телек им кинул, чтобы они быстрее. Они нам заспамили просто. Да не потому что просто. У нас есть люди, которые Киков толкают к порталу, а не от портала. И вот и все. Я от портала иду. Да-да-да, я видел. Я видел. И Фастик также тоже. Все. Ну да. Захват окна, короче. Тух. Филка. Чум. Быстрее опускаю его в самый низ. Еще ниже опускаю. Во. Ну, конечно, тут сниз. Ну ладно. Смотри, шапочку тебе имеется. Сделай по типу, как вот тут. Будет прикольно. Как на аватарке. Смотри, но сейчас аватарки шапка не сочетается, потому что тут у тебя нарисовано как будто красками. А вот тут у тебя нарисовано от руки дизайнера. Короче, ну, я думаю, ты меня мою мысль понял. Сделай... Сейчас, секунду, сформулирую. Сделай в одном стиле. Потому что у тебя тут два разных стиля. А так, кажется, по два плюса. Видосики у тебя имеются, превьюшки делаешь красивые, это хорошо. Плюс плейсты имеются. А, не, плейсты, меня посолгало. Плейстов нету, это плохо, о канале имеется, ссылочки есть, плейсты это обязательно добавь. Так. Видосик. Описание имеется, очень большое. Теги видео есть. Вот добавь теги канала. Я за это минус отнимать не буду, за вот то, что вот теги видео есть. Добавь в теги канала обязательно. Качество 1800 HD, хорошо. В этом ролике вас ждет. Монтажки имеется, рассказываешь все хорошо. Ну, я тебе могу поставить 8 из 10, потому что у тебя шапка аватарка не сочетается и нету плейлистов. Ну, ни в одном стиле шапки аватарка. А так у тебя все хорошо, продолжай в том же духе, будет все отлично. Так. Фанат Клайфи, привет, можешь нападить? Да, конечно. Вы играете мой ник... Хорошо, хорошо, ну спасибо. Посмотри второе видео. Посмотрим потом. Я сейчас запускаю. Так, Фанат Клайф. Конечно, может, короче, сохранить 76 лобби. Почему у нас Фастик вышел, мне интересно. У меня 10 кпс. Так, кто Барбариска? Оф. Это Фанат Клайф или нет? Или мне кажется? Мы не можем по P2-2 настроя. Лайки, Варс. Так, сейчас подождем Дентли. Сейчас я попробую джиттерклик. Барбариска, оф, ты же Фанат Клайфи, правильно? Ну, ник это на ютубе. Или я ошибаюсь? Мало джиттерклик. Так, ага, у меня у самого падает стрим. А кто это? ТГБЦГ. Кто это? Я долго спускался, ты поиграй пока. А кто это? А, понимаю, император. Подожди, 2 опки. Ну да. Придется тащить. И куда ты... Ой, ну да. Тактика от бога. Ля, как ты так быстро хилишься, я не понимаю. Вот всегда, я не знаю, почему вы так быстро хилитесь, вроде бы... Я делаю кликов, ударов столько же, но... Шитак. Но почему-то я хилюсь медленней. Это вот странно. А чё? А чё он так? Как... Ой, вот молодец, как ты сейчас меня, я не понимаю, как вы комбите так, конечно. Да как, подожди, стой, у меня яблок уже нету, ты о чем? Подожди, стой. Подожди, дай хотя бы отхились. Так, сейчас, да, давай я быстренько отхились. Да подожди, дай похилиться, у меня мало хп. Ну, что ж сказать, дебил. Да подожди. Так, все. Раз, два, три. У меня вообще хп нет. Не стреляй по мне, пожалуйста, это уже нечестно. Получается. Аля. Это... Он вообще нас слышит или нет? Не, ну это нечестно, то что по мне стреляет... ты не бьешь, и стреляет твой друг. Привет, это мне вообще не нравится. Вообще нечестно. Я буду так стоять. Вот. Опа, а все, а надо было раньше. Правильно, всем. Ну, все, и чё ты мне вот с ним делать? А, у него яблоки. Я... не умею попашиться. И походу он вообще не слушает твой стрим. Ну, здесь уже понятно. У тебя похож голос на Агера 2017 года. Ну, я и младше его. Логично. Сейчас. А ты каким кликом кликаешь? Да, по-разному. Почему ты любишь так этот режим 2 на 2 оп? А куда на луки, чтобы я его вынес? А я не понял, что ты со мной. Ну да, пошел я нахер, да? Джо, блять, можно тебя попросить не бить? Потому... Опа. Слабак зажималка. Что же сказать? Слабак зажималка. Слабак зажималка. Ты где играешь? Я играю на VimeWorld. У меня стрим отзывается. Играю на VimeWorld. Алло, прием. Честно. 2 на 1 нечестно, алё. Так, 2 на 2 нечестно. Чего не потешь? GG. Прекрати. Вообще не ставлю. Так, да, надо его убить. Как? Я не понимаю. Я съел яблоко, я под хилкой, и у меня еще... последний удар был. У меня было сердечко с половиной, то есть... И все. На каком лобби? Я с 6-м всегда играю. Сами в боты, а не у них. Да ё-моё. Локи. Почему бы нет? А, меня сразу же вынесли, потому что я в кастане. Конечно. Конечно, мы же не можем ждать, мы же дебилы. А! Тебе сказали стоп. Уничтожен. Так, а чё меня музыка не играет? А, тихая музыка. О, нормально. Так, куда и пойдем? Какую... Давайте УХК. Попробуем. К. Ты покажешь, где все головы-то? Я уже тебе сказал раз 40. После стрима? Лагай. Нет. Не понял. Посмотри ролик Расингана. Да, в Ютубе посмотри, просто в Ютубе посмотри. Господи ты, боже мой. Что, сложно, что ли? О, салам алейкум. Да, окей. Ё, почему ты постоянно меня сразу идешь, а? Неинтересно, хрен на меня постоянно идти. Может кто-нибудь другой, но не ты никак. Я просто удочку брал. Разбойник, отойди от меня. Можешь отойти от меня? Блять, скипал. Какая свинья. На Explorer? Это что? Explorer. Ясно, это дебило и издано. Да, понятно, сейчас с ним. Обычный юзер своего доната. О, все, мы срали. А можно тебя попросить больше не брать этот режим? Этот режим меня задолбал из-за этого дебила, который постоянно на меня начинает идти. Он все равно на тебя идет. Я понял уже. Я же говорю, дебилы, где все постоянно за мной. Почему? Именно я, а не кто-нибудь другой. К примеру, договор. Не знаю. Объясни мне. Вот объясните мне. Я с ним ненормально не буду попашиться из-за того, что он дебил, который постоянно ходит. Я сейчас мут дам, вот реально. Дебил, 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 вот одни слова. Дебил, 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 дебил. Ты на минигеймс, да, на минигеймс. Можешь, пожалуйста, поменьше матов? Просто каждое слово дебил, 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 дебил. Можно. Нет. Опа. Можно. Только пусть она меня не идет. Ссылка постреляла. Так это нормально. Можно только больше этот режим не брать. Не знаю. Когда я. Да почему у меня лава не берется? Я не хочу с ним сражаться. Я не понимаю. Что-то еще вообще читер. Мне интересно, вот вопросик, почему у меня лава не бралась? Может быть, если то, что рукожоп, это во-первых. А второе, как ты попадал по мне вот так вот? Вот на среднем, посмотри, вот так вот. Вот наверх, просто вот смотрел наверх. Ну, они читы, а у них читы, а у них читы. Ни один вообще признался сейчас. То, что он с читами. Лоу. Это GG. ВСР. Я не знаю, как неправильно. А у них обоих чит. У них обоих чит. Да, включи на максималку, я проверю. Да, включи на максималку читы. О, я против Легиона. Я против Легиона, я против Легиона. Я против второй Dragon Twitch, я против второй Dragon Twitch, против него. Ну давайте. Окей. Я не понимаю, я сказал, я буду против второй Dragon Twitch. А, он сразу на меня идет. О. Может, ты перестанешь меня бить, алло? Он тебя вообще не слушает. А, ты еще без Филки был. Понимаю. Тогда в тот момент, когда с тобой сражался. Генераты, скажу так. Потому что... я сейчас выйду из Дискорда, вот реально. Ладно. Ладно, давайте еще пару минут, и я буду скачиваться, наверное. Так, все, пошлите опки. Почему, когда я хочу против тебя, ты не попадаешь против меня? Сейчас. Окей, окей. Let's go. И куда эти селики были? Ты говорил, там ты 10 кпс выносишь? А, нифига, я сейчас так кликал, ты не представляешь, я сейчас больше примерно по 20-ку съел. Если не больше. А, я с тобой, я с тобой. Ну, потому что просто у меня на мышке есть такой. А, надо яблочко съесть. А то я тут... Да, боже, я даже яблоко не успеваю съесть. Как так-то? А тебе нормально, что у тебя голова перевернута была? Покажите свои читы. Повернись задом. Поверни задом боков. И начинай бить его. задом. Если у вас читы. Ура! Хорош! 0. От ХП оставил 0. Хорош. Вообще да есть такой. Здравствуйте. Куда ты бежишь без телек, мне интересно. А, теперь я верю точно, потому что я это 3 раза попал стрелой подряд, и ты не откинулся, окей. Я к тебе иду. Пластик, сейчас добавлю. Нет, не дам тебе секунду, потому что ты не давал мне. Я хотя бы убью, пожалуйста. Отойди! Алло, куда ты лезешь? Обегаем его, обегаем. Ты нам не давал, ты мне... Ладно, ПВПшься с ним один. Не давал. А, все, а, все. Как ты за 6 блоков бьешь, а? Объясни мне. За 6 блоков хватит бить? Да, нормально. Сейчас нормально. Вот сейчас, да, он меня просто зажимает. Честно. И почему он ими сейчас меняет? Как интересно. Я даже не буду, потому что я не собираюсь читать. С читами на VimeWorld это слишком. Вот на каких-то ноунейм серверах вот можно. А вот это не ноунейм сервер как раз таки. Не, я вообще не попадаю. Сколько у тебя ялок, мне интересно. Вроде бы ты, когда убегал от нас твоих, то у тебя ты ел яблоки. Угу. Причем очень... Да, ну... У тебя что там, бесконечность яблок? Мы вышли из группы, окей. Так, сейчас, секундочку. Okay. Я, наверное, короче, уже сейчас стрим уже буду заканчивать. Он был исключен, ты или вышел из игры? Он вышел, он не вышел. Сейчас парсек. Ну, я что-то не удивлен, как всегда, кто-то поставил 1 дизлайк. Я не могу узнать, кто ставит 1 дизлайк. Вот кто это? Что это за человек, который ставит, как всегда, это 1 дизлайк на ролик? Я уже буду, короче, стрим сканчивать. Сорян, и пати, я уже не кину, потому что я уже буду сканчивать стрим, потому что сейчас я пойду, придется мне идти делать превьюшку, потому что мой дизайн это все поддерживает, и поэтому ролик же надо завтра выпустить. Так что, все, с вами был Дугон. Подписывайтесь на канал. Да куда? Стой, что? Ладно, давайте... Последний... Да, не, последняя игра нет, все. Все, с вами был Дугон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.